День паралимпийского спорта пройдет в Латвии 19 мая. Уже в 7-й раз Латвийский паралимпийский комитет зовет на встречу. 13-летний Даниэлс примет участие в Дне паралимпийского спорта уже в 3-й раз. Активный подросток учится в обычной и музыкальной школах, увлекается радиоэлектроникой, но давно хотел заниматься и спортом. День паралимпийского спорта помог определиться с приоритетами. Началось у нас с тенниса, хотя я уже перед тем ему искала, ну, где занятия, потому что, ну, не знал, куда свою энергию просто деть. Первый раз, когда я был на теннисе, мне понравилось там играть, там было очень много детей, и мне там понравилось с ними играть, ну, вместе теннис. Мы приехали первый раз, ему понравилось, он уже какие-то медальки получил. Мама Даниэлса говорит, окружающая среда еще не всегда удобна для людей с ограниченными возможностями, да и времени на все хватает не всегда. Сложно не в том смысле, что кружки найти, а достаточно сложно. Мы, например, идем в Рига Skolan Pils на электронику, да, он ходит там, ну, занимается радиоэлектроникой, кружок, и, ну, чтобы отнести, доехать, потому что там нету лифта. Но, несмотря на трудности, Даниэлс дома сидеть не намерен. Чтобы обрести красивые мышцы, занялся тяжелой атлетикой, занимается бочи, попробовал себя и в плавании. Планы на будущее тоже грандиозные. Хочу я участвовать в Олимпиадах. Какие дисциплины выберет для участия в соревнованиях Дня паралимпийского спорта, еще не решил. Выбор большой – 12 видов спорта. Есть индивидуальные, есть командные. Ну, это начиная настольный теннис, новус, плавание, механическая гребля, пауэрлифтинг, сидячий волейбол, шаутринес, ну, дартс типа. В паралимпийском комитете, говорят, есть смысл принять участие даже тем, кто раньше спортом не занимался. Это надо обязательно приезжать, потому что у нас есть очень много таких ребят, которые вот первый раз приехали, и вот они остались в нашем паралимпийском спорте, потому что сидеть дома – это ничего хорошего. Надо приезжать, посмотреть, может что-то понравится, попробовать. День паралимпийского спорта пройдет в Кейзермешсе 19 мая. Участие в соревнованиях можно принимать с 10 лет. Но с теми, кому еще нет 18, обязательно должны быть родители. Каждый участник может выбрать до 5 дисциплин. Мероприятие бесплатное и продлится весь день. Обед тоже за счет организаторов. Заявки принимаются на интернет-страничке паралимпийского комитета до 8 мая. Ян Рубинчик, Игорь Стац, Латвийское телевидение.